Погорело это. Фонарик перегорел. Ничего себе, у меня тоже. Вон, форма сюда следует. Вот такие бы нам парочку, да? Попусти, Маша. Можно там? О, господи, где же вот выбор-то? Где нам выйти надо эти девчонки? Там лавочка. Ой, не покажу. Шли, шли, с той стороны не обойдешь. Отдыхали, без вас пищек нет у вас, а? Лишний случайно. А тут до магазина... Мангал разжечь, ничего нету, ни спичек нету. Через дырку откуда залезли, шли в этот собор, шли. Ну, люди зашли, дорогу спросили. Вот, обойдете, там дорога. Вот, по дороге. А ты-то где? Вот, обойдете, там тоже дорога. И вот. Нет, там с собой. Нету спичек. Там магазинчики есть. А, там есть все, да? Там, вот, там хоть есть спички, а то здесь там мы уже не можем понять, где что здесь есть. Приехали, говорят, село красиво, едьте отдыхайте, где закалели, замерзли, дождь идет, сыр. Непонятно. А здесь что, у вас хлеб, что ли? А вы не пекли еще? Понятно. Они тут еще пекарничают. Вообще классно. Вообще здорово. Нет туда хлеба готового, нельзя купить. Нет. А часто ездят, люди отдыхают здесь вообще. А что-то у нас это, заслали сюда, говорят, здесь такие места. Ну, красиво, конечно, но как-то холодно, может быть, не вовремя мы поехали. Но. Ну, ладненько. Ладно, спасибо, до свидания. До свидания. Давай чаю попьем. Где сказали выйти-то? Там? Вот здесь, отсюда. Отсюда вернуться и отсюда прийти. Ой, я что делаю? Не могу увидеть. Так, а мы эти сосели тут все. Да, купи здесь, пожалуйста. О, поперлись мы в какую погоду. Завяжи этот кроссовок.